И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Лиены. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Лиены. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я приветствую вас и благодарю за эту встречу. И я куратор Лиены. Меня зовут Сержио. Сержио. Приветствуем вас, Сержио. Меня зовут Влад, это Вера. И рядом стоит ваша подопечная Лиены. Мы сегодня проводили ее проверку. Она была чистая, она работает над собой. Нас это очень приятно, всегда радует. И она оставила еще 10 вопросов, которые она хотела бы зачитать своему куратору с просьбой ответить на них по мере возможности. Будете ли вы так любезны? Куда? Я отвечу на вопросы. Тогда я начинаю с первого вопроса. Откуда пришла моя душа? Думаю, что ты уже знаешь свое происхождение. Мы арктурианцы. Звезда Арктур. Приветствуем представителя Арктура. У нас в комнате диагностики. Мы очень рады. Благодарю за этот прием. Можем продвигаться дальше? Да. Второй вопрос. Можешь ли ты описать, как выглядит мой дом души? Я понимаю этот вопрос об Арктуре. Вы лучше ее знаете, уважаемый Сержио. Все думает... меняется, и наша звезда тоже меняется и двигается вместе с другими звездами в потоке. Таким путем мы очутились в галактике Млечный Путь. 7 миллионов лет назад. Мы продолжаем двигаться. Арктур — это самая яркая звезда из всего потока. Раньше, как я уже сказал, он выглядел по-другому. Весь поток. И Арктур был похож на ваше солнце. Души арктурианцев созданы не на самой звезде. Я хочу сказать, что весь поток, он имеет определенную оболочку, которую вы не можете наблюдать, имеет определенную плотность, обтекаемую, все это передвигается. В этом месте были созданы души. Я немного описал, как выглядит поток Арктура. Это и есть ее дом души. Это место, откуда родом ее душа. Благодарю вас. Вы сказали, Арктур был как наше солнце, но по размерам, конечно, Арктур я сейчас... Я не про размеры. Все понял. Благодарю вас. Можем продолжать? Да, пожалуйста. Благодарю вас, Сержио. Третий вопрос. Какое мое энергетическое ядро, стержень и как его развивать? Это очень легко. У тебя всегда пример солнца перед тобой. Иногда оно ослепляюще белое, иногда оно бывает желтое, оранжевое, выпуская свои алмазные лучи. Именно так выглядит твой стержень. Меняет цвета в зависимости от твоего настроения, настроя, уверенности, силы воли. Замечательный пример даже для визуализации. Точно так, как солнце может быть затучим и темным, точно так же оно может сиять, точно так же и стержень. Вопрос, как его развивать? Как его развивать? Уплотняя его в своих мыслях и намерениях, четко представляя эти энергии, как они расходятся, сходятся и превращаются в один. Твердый, упругий поток энергии, которыми ты можешь руководить, балансируя свои эмоции, поступки и чувствуя в своем теле эти энергии, например, в руках, в голове, как трезвый ум и спокойствие. Чем больше ты его развиваешь, тем больше ты его чувствуешь. Есть еще одно добавление. Чувствуешь ты его изнутри. Когда ты начинаешь представлять
Твое ядро или стержень, как я уже сказал, ты можешь видеть его как ярко-желтое солнце, вокруг которого идет спираль лучей, или же в любом другом виде, как тебе будет удобно, как белый, немного холодный поток. Это зависит от характера арктурианца. Иногда это очень логический ум, и тогда поток отдает синевой, а иногда это яркие, теплые души, ядро которых больше похоже на солнце, как я уже сказал, цветом. Мое добавление будет в том, что тебе нужно прислушаться, и ты услышишь. Ты услышишь ответ от своего ядра, от своего духа, подтверждающий твои мысли. Тогда ты точно будешь понимать, насколько мощно ты можешь развить свой дух. Так как у тебя есть определенные знания, ты уже можешь чувствовать ответ своей души и понимаешь, о чем я говорю. Благодарю. Благодарю вас, Серджо. Переходим к четвертому вопросу. Чем бы ты посоветовал мне заниматься, сфера работы, чтобы выполнить цели моей души? Цели твоей души – находить радость в деле, которое ты делаешь. Это и будет мой ответ. То, что приносит тебе радость и отвечает на запросы твоей души, она ведет тебя, и ты находишь пути. Огорчение и принятие решений будут везде, но главное, чтобы твоя душа отвечала. Хотя я бы тебе припомнил, что все, чем ты занимаешься, уже отвечает на запросы твоей души. Поэтому этот вопрос немножко неуместен. Ты слушаешь душу и двигаешься в данный момент. Многие двери открыты тебе. Немножко поясню, почему вопрос неуместен. Потому что ты уже слушаешь свою душу. Я бы сказал, в гармонии с душой. Благодарю. Благодарю вас, Серджио. Пятый вопрос. Чтобы удержать хорошее здоровье, на какие органы мне нужно обратить внимание, какие продукты нужно исключить из рациона? Щитовидная железа, женские органы. Я не могу тебе сказать про продукты, так как я не живу на земле. Все, что нужно, было заложено в биороботе. И, соответственно, слушай свое тело. Сбалансированное тело всегда подсказывает, что ему нужно. Тело само не принимает, например, живые продукты. Тело подсказывает, когда ты хочешь пить. Если ты остановишься и подумаешь, перечисляя, что бы ты желал, тело остановится и покажет тебе, что ему не хватает. Я имею в виду, он укажет на продукт, твой биоробот, в котором содержится то, что ему не хватает. Это может быть орехи, фрукты, овощи. Или же белки. Замечательно. Благодарю вас, Серджио. Еще будет дополнение? Нет. Идем дальше. Шестой вопрос. Каковы мои основные, самые негативные паттерны или модели поведения, которые блокируют мое чувство гармонии? Одну секунду. Я хочу добавить по предыдущему вопросу. Нельзя насиловать свой биоробот и кормить его тем, что он не просит. Многие кушают какой-то продукт, считая, что в нем много витаминов. Но если тело не просит, значит, у него хватает всего, что нужно из этого продукта. Не насилуйте себя, не заставляйте есть или пить. Благодарю вас за это замечание, это очень важно было. И мы перешли к шестому вопросу. Каковы мои основные самые негативные паттерны или модели поведения, которые блокируют мое чувство гармонии? Хорошо. У тебя много ответственности.
И эта ответственность иногда загоняет тебя в угол. То есть ты забываешь про себя и забываешь про свою мягкость, расслабленность и отдых, становясь жесткой по отношению к самым главным людям, у тебя не хватает времени. Я бы остановился на этом. Это самое главное, отсюда все выходит. Благодарю вас за этот ответ, уважаемый Серджио. Позволите продолжать дальше? Жесткость приводит к спорам, ненужным. Да, продолжай. Важно очень тоже об этом знать. Хорошо, идем дальше. Седьмой вопрос. Какое мое самое ценное и полезное воплощение? Чем я была и что могу взять и использовать из этого в этой жизни? Давай посмотрим твои воплощения на Земле. 1835 год. Ты была пчеловодом. Это Франция, небольшая деревня. Женщина, мужчина? Мужчина, живущий на природе в гармонии с пчелами, растениями, ну и, конечно же, небольшой виноградник. Как прошла жизнь? Сколько прожил? Была семья? Прожил в гармонии. Продавал мед, менял. Была жена и двое детей. Из этой жизни вынесешь, что твоя гармония не только в людях рядом с тобой, но и в природе, находящейся рядом с тобой. Забываем об этом, что к природе нужно быть добрым, насыщаться воздухом и звуками природы. Это то, что ты делала в прошлой жизни. Много находилась среди пчел на природе, разговаривая с виноградом и насыщаясь звуками и вибрациями, понимая язык природы. Так как мы с Арктура и потоки Арктура, много звезд, перемещающихся с одной скоростью около 60. Вы знаете 52, но их больше. Также души структура. Им нужно жить в потоке. Это и есть гармония души арктурианца. Благодарю. Благодарю вас, Серджио. Восьмой вопрос. Каков уровень моего высшего я? 13 уровень высшего я. Отлично. Девятый вопрос. Нахожусь ли я сейчас в параллельных воплощениях как сознание? Нет, у тебя одно воплощение, целью которого перейти на 14 уровень. Я объясню. Цель души, конечно же, развитие и получение опыта. Получая свой опыт на Земле, твоего высшего я есть хороший шанс передвинуться на уровень выше, проживя эту жизнь осознанно, не обижая и продвигая свою душу, учась принимать разные ситуации достойно. Вы закончили? Продолжай. Благодарю вас. Серджио, у меня остался последний, 10-й вопрос. Что еще важного я должна знать, что я не подумала спросить? Буду признательна за рекомендации. Самое главное я упомянул. Не становись жесткой, уделяй внимание себе и природе, или же себе в природе. Живые энергии и вибрации природы насыщают тебя, дают радость и улыбку, спуская тебя с уровня ответственности на уровень гармонии. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Серджио. Мы закончили с вопросами. Больше спрашивать нечего. У нас осталась одна единственная добрая традиция, которая есть в этой комнате диагностики. На Арктуре ее должны уже прекрасно знать. Каждому куратору, каждому учителю, который нас посещает, приходит сюда, мы делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми сочными, спелыми ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем уважаемого куратора
куратора Серджио, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за эту прекрасную встречу и на добрые воспоминания. Я слышу музыку этих ягод и их вибрации. Они дают определенные энергии, цвет которых я вижу. Именно об этом я говорил. У природы есть свои импульсы. И если вы научитесь понимать их, принимать, вы будете в большей гармонии со своей душой и с окружающим вас миром. Я благодарю вас за этот своевременный подарок. Мне очень приятно получить плоды земли. А нам очень приятно, что вам это понравилось. Передавайте привет Арктуру от нас. Мы всем рады, всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы по мере своих сил поможем каждому, кому сможем помочь. Мы не прощаемся. И я всегда говорю, до скорых встреч, уважаемый Серджио. Возможно, со временем Лиена захочет встретиться со своим высшим я, задать пару вопросов. В таких случаях мы всегда приглашаем куратора, и он сопровождает нас в этой замечательной поездке. Я еще раз благодарю вас за эту встречу и хочу сказать Лиене, что мы всегда на связи. Я бы хотел, чтобы ты прочитал вопросы. У меня ощущение какой-то неотвеченности. Я пройду сейчас по всем 10 вопросам и после каждого вопроса сделаю паузу. Откуда пришла моя душа? Благодарю. Второй вопрос. Можешь ли ты описать, как выглядит мой дом души? Дальше. Третий вопрос. Какое мое энергетическое ядро, стержень и как его развивать? Объяснил. Четвертый вопрос. С чем ты посоветовал мне заниматься сфера работы, чтобы выполнить цели моей души? Дальше. Пятый вопрос. Чтобы удержать хорошее здоровье, на какие органы нужно обратить внимание и какие продукты нужно исключить? Я немного добавлю здесь. Пожалуйста. Есть еда, а есть пища. Постарайся исключить пищу. Это грибки. Продолжай, пожалуйста. Шестой вопрос. Каковы мои основные, самые негативные паттерны или модели поведения, которые блокируют мое чувство гармонии? Дальше. Седьмой вопрос. Какое мое самое ценное и полезное воплощение, чем я была, и что я могу взять и использовать от этого в этой жизни? Просмотрели. Восьмой вопрос. Каков уровень моего высшего я? Да. Девятый вопрос. Нахожусь ли я сейчас в параллельных воплощениях, как сознание? Ответил, что нет. Дальше. Десятый, последний вопрос. Что еще важного я должна знать, что я не подумала спросить? Буду признательна за рекомендации. Я бы хотела дополнить по девятому вопросу, что твое высшее я может принять решение в любой момент. Соответственно, энергии высшего я. Я как куратор не могу это контролировать или советовать. Я твой куратор. На эту жизнь. Той части, которая проходит опыт на планете Земля. Безусловно, этот вопрос к высшему я, и только оно знает, какие у нее планы. Я немножко объясню, почему я попросил почитать вопросы. Я показал тебе уровень дотошности и ответственности, которой ты проживаешь. Ты контролируешь, и это приносит успех, но забивает твои каналы, делая тебя жесткой. Интересный пример. Благодарю за этот урок. Уважаемый Серджио, было интересно. Это правильно контролировать, но не нужно забывать о себе и важности влияние с вибрациями природы. Благодарю вас еще раз за эту прекрасную, я бы сказала, волшебную встречу
и подарок. Нам очень приятно, что вам понравилось. В свою очередь мы благодарим вас, уважаемый Серджио, от имени Лиены, от Веры и от меня за этот прекрасный сюрприз, за то, что вы сегодня пришли и ответили на эти вопросы, за эти знания, которые очень важны. Я только могу сказать, очень будем рады видеть вас снова когда-нибудь в нашей комнате диагностики. До скорых встреч. Благодарю. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Замечательно, Лиена, мы встретились с вашим куратором. Он дал вам ответы. Вам все понятно? Да, очень много приятной и полезной информации. Безусловно, очень хорошо. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все это перешло на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Лиены в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.